Всем привет, с вами Закупыч, и сегодня магазин Даджет прислал мне самую лучшую в мире 3D-ручку. Вот такая красивая коробочка, сегодня мы ее протестируем и, кстати, посмотрим, как она рисует их пластиком. Пластик я... они тоже мне прислали. Пластик. Это пластик, который подходит для большинства моделей разноцветных, знаете, чтобы красивенько рисовать. К примеру, вот таких красивых дракош можно рисовать. И еще мне прислали коробку вот такую. Это у нас пластик, называется Watson. О, видите? Этот пластик с высоким коэффициентом пропускания как бы света. То есть это такой полупрозрачный пластик, который, из которого можно делать всякие украшения, посуду и так далее. Короче, должно смотреться вазочки из него очень красиво. То есть свет будет отражаться. Очень прикольно. И тоже они будут свой оттенок давать. Смотрите, каких поняш можно рисовать. Я не знаю, будет ли у меня мастерство настолько хорошо, чтобы я смог нарисовать, к примеру, вот такую пандочку, домик или... Ну, мы будем пытаться сегодня. Во всяком случае, моя жена мне поможет в этом. И дочка. И давайте будем это все тестировать. Кстати, пластика здесь 10 штук. И он такой, знаете, наверное, около килограмма весит. Ну, килограмм 800, наверное, точно. То есть, грамм 800 одна такая коробочка. То есть, грамм 800 коробка одна, вторая. И здесь, я думаю... Ну, ладно, давайте откроем сначала ручку. Посмотрим на нашу ручку. Очень интересно. Ни разу у меня не было 3D-ручки. Очень хочется... что-нибудь порисовать. Кстати, для всех моих подписчиков будет действовать промокод по ссылочке в описании, так что заходите в описание, посмотрите и заказывайте. Это я вам гарантирую, ручка обалденная. Это у меня AliExpress. На AliExpress'е я знаю очень много проблем с ручками. С промо-кассета с пластиком. То есть, когда вы покупаете ручку, там внутри уже есть кассета. Вот такая розовенькая у меня. Возможно, у вас будет другая, но, скорее всего, такая. То есть, это для тестов. Вы можете протестировать свою ручку. Также в комплекте с ручкой идет трафаретик. Смотрите, какой снеговичок. То есть, вы можете нарисовать... О, и можно нарисовать Спанч Боба! Смотрите, тут даже есть пример, как будет выглядеть наш Спанч Боб и как будет выглядеть наш снеговичок. Вау! Вот это, вот за это лайк. Надо обязательно будет попробовать нарисовать, потому что цветов у меня много. Этого хватит. Ага, здесь у нас можно нарисовать, получается, эльфелевую башню. Можно попробовать вот такую эльфелевую башню сделать. Жена, что хочешь сделать? Снеговичка или эльфелевую башню? Спанч Боба. Ну, будем делать Спанч Боба, кстати, прикольно. А, и вот, кстати, самый простейший трафарет, который я видел, это очки. Все видеоблогеры, наверное, делают очки. Здесь у нас велосипед. Это рыбки всякие, букашки. Кстати, прикольно, что ты покупаешь за недорого ручку, и еще в комплекте есть вот такие классные трафареты. Смотрите, можно сделать лавочку, к примеру, для кукол. То есть размеры такие достаточно большие, на этой лавочке смогут куклы сидеть. И здесь даже карусель. Нифига себе, можно сделать карусель. Да, и вот она наша инструкция с сайта Даджет. Кстати, еще на пластике нарисована температура, при котором его надо плавить. То есть здесь на ручке можно выставлять свою температуру. Ну ладно, давайте, я думаю, это неинтересно. Более интересно, наверное, все испытать на деле. Здесь у нас блок зарядки на 2 ампера, посмотрите, какая красота. Здесь у нас, о, смотрите, есть в комплекте напалечник. Их даже два на мою руку. Ну, я думаю, на женскую руку подойдет отлично. На мой мизинчик подходит норм. А здесь, о, и здесь. Да, кстати, нормально. Это, походу, для каких-то пальцев именно определенных. То есть, чтобы как-то поджимать. Смотрите, какие красивые напалечники. Они красивее, чем мои пальцы. Вау, класс. Смотри, Валюш, заботится о твоих ручках, когда ты будешь рисовать. Так, это у нас, я так понимаю, подставка для 3D-ручки. Она же горячая будет. Ну и все, на коробке у нас больше ничего нету. Здесь у нас вот такая ванная. Ну и ручка, кстати, это произведение искусства. Выглядит хорошо, сборка хорошая. Единственное, что вот здесь немножко пластик такой потертый. Само жало. Но, возможно, она потому что сделана из какого-нибудь горячестойкого материала. Ну вы поняли меня, чтобы не плавилось. Здесь у нас какие-то регулировки. То есть вот здесь подача пластика, пластик обратно. Видите, здесь... Можно, наверное, жало снять, да, чтобы прочистить его при необходимости. Здесь мы можем регулировать температуру. Для каждого пластика своя температура плавления, поэтому имейте в виду. Но на коробке обычно это написано. Сейчас я вам покажу. Вот здесь написано температура плавления пла 205-220 градусов, Watson чуть побольше, 220-230. То есть, если пластик у вас прозрачный, ставьте температуру побольше. Так, и здесь у нас коробочка с каким пластиком? Первая коробка у нас Watson пластик. Давайте ее откроем. Вау! Здесь мы видим трафареты внутри. Надо же, здесь у нас тоже идут трафареты. Давайте их откроем. Очки. Здесь у нас трафарет бабочка. Здесь у нас трафарет гитара. Домик.
велосипед. И вы только посмотрите, какое внимание к деталям. Все такое сделано, все-таки конвертики аккуратно. Я думаю, если это подарить кому-то на день рождения, именинник будет писать кипятком от счастья. И вот он, наш пластик. Здесь у нас, посмотрите, какие необычные цвета. Оникс, аметист, самфир, аквамарин, изумруд, цитрин, янтарь, рубин, розовый кварц и алмаз. Да, там другие, кстати, в другой коробке. Я вам покажу, потому что это Владсон, это который, я напоминаю, который полупрозрачный. Пластик, выходи. Ну вы только зацените. Они еще пластики, они вот так в друг дружку вставляются, типа, ну вот так. И они вот здесь, видите, вот так соединяются. То есть их можно вот так прям хранить. И коробочка наша с пластиком, она с сюрпризом. То есть, видите, это все как одна кассета выглядит. То есть мы подходим сюда, взяли наш пластик, сколько нам нужно, попользовались, можно даже не отрезать его, потом обратно вставили. И также вот здесь сверху мы открываем крышечку. И здесь мы можем хранить, смотрите, и здесь мы можем хранить нашу саму 3D-ручку. О, то есть, о, вообще удобная вещь. И там, кстати, очень много места, мне кажется, туда влезет, наверное, даже 3 ручки. Если у вас там двое-трое сестер-братьев, можете там все вместе рисовать. То есть покупаете один набор такого пластика и 2-3 ручки. Там, кстати, у них на сайте еще есть ручка, которая для детей, для совсем маленького возраста. То есть эта ручка, наверное, лет уже, ну, постарше, я не знаю. Даже для взрослых она подойдет. Не, ну выглядит вообще обалденно. Так, ладно, с этим пластиком мы разобрались. Посмотрите, на какие цвета. Давайте откроем нашу коробку с другим пластиком. Так, опаньки. Здесь у нас пластик, который прям цветной-цветной. Так, тут в комплекте опять же идут трафареты. Интересно, такие же трафареты или другие? По-моему, одни и те же. Да, тут домик, поэтому открывать не буду. То есть это можно прям вот так хранить. То есть, к примеру, крышку мы открыли. Хопа, сюда засунули нашу 3D-ручку. То есть я, наверное, даже не буду их доставать отсюда. Это я вам достал, чтобы показать на видео. То есть вот так. И смотрим наши цвета. Здесь у нас черная жемчужина, черный джем, васильковое поле, полярный лед, изумрудный город, спелый лимон, рыжий лис, алые паруса, коралловый риф и слоновая кость. То есть, вы только посмотрите, это же произведение искусства. Да? Теперь все, я теперь буду профессиональный инженер 3D-моделятор-строитель. Итак, давайте я научу пользоваться вас 3D-ручкой, если вы не знаете. Может быть, вы смотрите мое видео и ни разу не пользовались такими ручками. Это у нас кнопка подачи пластика. Назад выгрузка пластика, то есть, когда вы закончили работу, сюда надо нажимать, чтобы пластик вылез обратно. Это у нас регулировка скорости, то есть, можно вот так побыстрее, вот так очень быстро, вот так помедленнее и еще медленнее, вообще медленнее. Здесь у нас кнопочки регулировки температуры. И здесь у нас получается вот на отверстие для загрузки пластика. Здесь мы включаем нашу питание, адаптер питания. О, вот сюда мы его всунули. И все, и погнали печатать. О, и давайте для начала нам нужно вот вставить в розетку. Есть у меня такая страшная розетка вот здесь. Давайте я сюда ее вставлю и посмотрим, что у нас будет происходить с ручкой. Так, ручка у нас загорелась, и нам нужно выбрать, какой пластик у нас. ПЛА или АБС. АБС у меня нету вообще, поэтому я выбираю ПЛА. Так, и ручка у нас начала греться. Видите, циферки побежали. Греется она около 30 секунд, как написано. Вот. Также еще можно вручную регулировать ее температуру. Здесь на пластике, который идет, ну, тестовый вариант, здесь написано просто ПЛА. О, нагрелся до 190 градусов. Первое включение, надо прогреть ручку до 230 градусов. Поэтому давайте я выставлю 230, пускай она по максимуму прогреется. Так, и теперь жмем подачу пластика. Вы слышите, как он работает? Послушайте. Буксует. Вроде как у нас ручка прогрелась. Давайте сейчас мы всунем наш пластик. У нас вот такая подставочка замечательная. Ставим. Так, и вставляем наш пластик сюда, в сопло. Так, и жмем вперед. О, пластик полез. Смотрите, он сам ползет туда. Да, ползет потихонечку. О, полез! Смотрите, наш пластик полез. Так, на что бы нарисовать? Давайте я прямо здесь нарисую на коробке. Оу! Смотрите, какой ровным слоем ползет. Зиг-з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 иг. Рисуем помаду. Давайте, может, напишем что-нибудь, типа там закупыч. Хотя нет, что-то неохота ничего писать. Так, рукой жало нельзя трогать. Так, все, ладно, давайте мы, допустим, мы закончили работать. И теперь жмем клавишу выгрузки пластика сюда назад.
Так, и остается у нас вот такая сопля там. Ну и все, кажись. Больше пластика у нас там не осталось. Видите, весь вылез. И после окончания работы нужно пластик у нас аккуратно обрезать. Видите, я вот сейчас ножницами его аккуратненько обрезал. О, потому что оттуда может вылезти вот такая сопелька. Видите, такая тоненькая. И вот такая красота у нас получилась. О, видите. Ну а ручку мы отключаем. После того, как мы все, видите, у меня пластика ничего не осталось. Ручку отключаю от питания. И все. Она у нас потихонечку остывает. Пока она остывает, лучше храните в нашей подставочке. В целом можно сделать вывод, что 3D-ручка это не просто ручка, которой можно рисовать пластиком, а это именно инструмент будущего. Ведь именно в будущем люди будут рисовать в 3D прямо в воздухе. Поэтому с помощью этого инструмента можно приобрести актуальные навыки. Давайте сделаем выводы по 3D-палитре. Это очень удобно, радует то, что это все придумано и сделано в России. Также пластик легко хранится, его легко доставать, он не путается. И всегда под рукой нужный цвет, то есть отмотал сколько тебе надо, или же сразу вставил в ручку, отрезал, или потом после того, как закончил работу, отрезал. Это очень удобно. Также удобно то, что сама палитра находится на тубусе. Этот тубус может... С помощью него можно хранить там ручку, можно туда зарядку от ручки положить и все такое. Также, если у вас кончилась какая-то кассета от картриджа, этот картридж можно купить отдельно и потом просто одеть его на этот пенал. Саму крышку коробки можно использовать как стол для рисования. Прямо на нем можно делать всякие модельки, использовать его по назначению. Огромный плюс то, что в наборе идет сразу же трафареты. То есть, обычно ребенок не знает, что придумать нарисовать, он начинает спрашивать у родителей, а вы можете ему дать эти трафареты, и он сам начнет творить. Как бы нужно сначала подтолкнуть ребенка чуть-чуть, чтобы он, ну, начал что-то делать, а потом он уже будет придумывать сам и уже выполнять свои дизайнерские идеи. О, ну и вы только посмотрите, что моя Валюша сделала. Да это же просто произведение искусства. Посмотрите, какой котик получился, даже усы получились. Стал столько глаза сделать, да, Валюш? Да, сделан, видишь, не зеленый просто. Они просто зеленые, и вы это не видите. Видите? О, вот так лучше видно. Ну, да. Какие-то глаза неудачные, мне кажется, получились. Зато офигенно получились усы. Да и вообще он классный, посмотрите, да, какой. Да, почти хвостик. Да, и хвостик даже был. Ай, котенок! Да, ну, посмотрите, он даже лучше, чем оригинал. Вот он оригинал. И вот он, наша 3D-копия с помощью 3D-ручки. Так что 3D-ручка это вообще супер-пупер. Отдираем нашу рыбу. Мы ее доделали. Опа! Вот это красота. Вау, очень красиво. Тоже прикольная рыбка. Ну что, Милана решила, что наша 3D-рыба достойна плавать в открытом море. Так что теперь она поживет в фонтане. О, вот такой красивый фонтан у нас тут. Закупыч! Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Ну вот и все, вот такой у нас сегодня был обзор. Спасибо магазину Даджет за предоставленные очень интересные товары. И, кстати, у них на сайте очень много всего прикольного. Если они могут, это я сейчас для них говорю, то пришлите мне, пожалуйста, что-то еще можно купить. Сейчас, что я хочу. Дайте я покажу, что я хочу. О, хочу себе мойщики для окон, которые на магните там плавают, сами моют окно, короче говоря, не надо ничего делать. Потом, что еще хочу... О, хочу проверять здоровое питание. Буду как ревизор ходить тыкать помидоры в Пятерочку, проверять их качество. Хочу детектор углекислого газа, чтобы понимать, у меня часто болит голова, когда я работаю. Возможно, мне кислорода не хватает. Вот этот детектор мне поможет, чтобы башка не болела. О, еще смотрите, есть атмосферомометр. Его тоже хочу, что потому что мы живем в Балашихе, тут из-за кучи воняет постоянно, помойку у нас закрыли, чтобы тестировать чистый воздух. Еще вот эти батарейки мне прикольнули. Видите, батарейка, она как флешка. Ты ее снимаешь колпачок и заряжаешь. Это, мне кажется, очень прикольно придумано. А маленькие батареечки сделаны вот так, видите, от USB заряжаются. Ну и, конечно же, хочу себе хорошую фотокамеру на телефон. Ну вот и все, наверное. Всем пока.
saying words ain't easy. I know you can't talk to me, but I hope you realize you're playing with fire.